Очередная посылка из Китая. Вскрываем. Так. С какой стороны удобнее открыть? Вот здесь карман. Ага, здесь налобный фонарик. Кабель USB, микро-USB. В посылочке больше ничего нет. Упаковка в сторону. Упаковано все неплохо. В комплекте также лента на голову. Попробуем включить. Да, все работает. Всего два режима. Здесь нет ненужных режимов типа стробоскоп. Здесь два совершенно обычных нужных режима. Светит неплохо. Здесь, по-видимому, магнит, да. Держится хорошо. Под резиновой заглушкой зарядка USB. Сейчас попробуем зарядить. Подключил зарядку от телефона. Видно, что зарядка идет, мигает красный светодиод, который совмещен с кнопкой. Зарядка идет, все нормально. Налобник можно снять с пластикового крепления. Закрепить его, например, на холодильник или на капот машины. В любое удобное место. Наклон регулируется. Можно установить несколько положений. Покупкой полностью доволен. Думаю, за свои деньги весьма неплохой фонарик. Не вызывая доверия только крепление пластиковое, конечно, оно хлипенькое. Но попробуем обращаться аккуратно. Надеюсь, послужит хоть какое-то время. Надеваем налобную ленту. Она регулируется. При желании можно увеличить или уменьшить размер. В общем, покупкой я доволен. Рекомендую. Следующая посылка из Китая. Аккуратно открыть не получилось. Так, здесь у нас заказывал аккумуляторы, они пришли. Аккумуляторы нет, это я ошибаюсь. Пришли два фонарика. Это металл. Оба заряжены.
стробоскоп и рассеянный свет. Все работает. Осталось проверить зарядку. Кейсики хлипенькие, они развалятся через несколько открываний, потому что на сгибе вот уже видно, что пластмасса побелела. Кейсы — это, конечно, хорошо, но толку от такого качества никакого. Так, проверяем зарядку. Есть красный огонек, зарядка идет. Проверяем на втором фонарике, тоже зарядка идет. Проверяем другой кабель, зарядка идет. Так, как правильно воткнуть, не могу понять. Похоже, вот так. Так, все нормально. И кабели, и фонарики работают. Есть зум. Сделано все, конечно, удивительно по-китайски, но тем не менее работает. Так, с этой посылкой все. Одна посылочка из Китая. Открываем. Посылка сборная. Здесь две посылочки. Больше ничего внутри нет. Упаковочку в сторону. Продолжаем распаковку. Здесь у нас зарядное устройство Ugreen. Ссылочки ничего больше нет. Ничего необычного. Обычное зарядное устройство. Европейская вилка. Да, внутри у нас еще даже инструкция есть. Так, проверим потом дальше, работает или нет. Здесь у нас пока непонятно что. Коробочка чуть примята. Надо чуть-чуть еще надрезать, потому что не распаковывается. Так, что дальше?
Ага. Здесь у нас мышка. А это был подарок от продавца. Давно не было подарков от китайских продавцов. Вот такая вот мышка. Провод в оплетке. Хорошо, проверим.